На оперативном совещании с главой Ленинского района его заместители докладывали о результатах работы в сфере строительства, здравоохранения, землепользования, а также уделяли внимание обсуждению проблемных вопросов. Подробности в материале нашего корреспондента. 29 июля в здании кинотеатра «Искра» состоялось оперативное совещание. Участники мероприятия – глава Ленинского района Сергей Кошман, главы поселений, а также руководители служб и подразделений обсуждали итоги проделанной работы. Одним из вопросов повестки дня стала подготовка к предстоящим выборам. Алексей Селезнев рассказал о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах. Заместитель главы района отметил, что на все уровни выборов по району выдвинули всего 511 человек. По главам поселений, вы знаете, у нас 6 из 7 поселений выбор глав проводится. Выдвинуто всего 47 человек, в том числе в Булатниковском поселении 13 кандидатов, в Видном 11, в Горках Ленинских 7, в Молоково 7, в совхозе Ленина 5 и Володарка 4. В сфере здравоохранения ведется большая работа по диспансеризации взрослого населения, также по лицензированию отдельных видов деятельности. Продолжается выполнение капитального ремонта нескольких объектов в районе. В результате конкурсного отбора определен технический заказчик для строительства Молоковской участковой больницы. Немалое внимание уделяют сфере экологии и охраны окружающей среды. В частности, по развитию зоны Тимоховского оврага создан общественный совет. Еженедельно мы проводим как общественный совет по развитию данной территории, так и рабочую группу с участием подрядчика, инвестора и заказчика по строительству данной территории Тимоховского оврага. Стоит задача до 1 сентября сделать входную группу и реконструировать центральную часть Тимоховского оврага. В Ленинском районе завершается строительство социальных объектов. Близится к завершению строительства детского сада на 285 мест в городе Видное. И школы на 275 учащихся, и детского сада на 95 мест в деревне Бутово. Открытие всех этих трех объектов намечено на сентябрь, на 1 сентября 2013 года. 22 июля администрации Ленинского района из Министерства строительного комплекса Московской области получено подписанное соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Московской области на 2013 год. Распоряжением главы района Сергея Кошмана назначены муниципальные заказчики из числа управления образования, здравоохранения, ЖКХ и культуры. Лариса Вольнова, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.